Солнечный жаркий июльский день, любимый горожанами лесопарк и праздник, который в списке официальных появился не так давно. Впервые его отметили на государственном уровне в 2008-м. Очевидно, праздник пришелся очень по нраву людям. С тех пор каждый год в честь него проводят массу мероприятий, в которых с удовольствием принимают участие жители и городов, и сел, и деревень. Праздник – День семьи, любви и верности – наверное, один из самых значимых праздников в России. Я думаю, со мной многие согласятся. А дети, они впитывают как губки. Они видят, что происходит. И именно совместное пребывание родителей и детей прививает такие ценности, такие радости, какие в будущем. Это наше будущее поколение, именно мы их растим. И благодаря таким праздникам, конечно, наши дети учатся видеть самое лучшее и самое замечательное. Семейные ценности, о которых так много говорится в последние годы, это то, что можно объяснить собственному ребенку лишь действиями и примером. Праздник, посвященный семье, один из способов воспитать здоровое поколение. Мастер-классы, игры, рисунки на асфальте, танцы и песни. И все это в сопровождении рассказов о традициях наших предков. Всем участникам сегодня дарили ромашки – символ воистину народного праздника.